Всем привет! Это «Утро Хакасии». Сегодня пятница, значит, с вами я, Максим Соболев. И моя задача сделать ваше утро вкуснее. Но более того, завтра Старый Новый год. Праздник, который нам, россиянам, повезло справлять два раза. Я имею в виду вообще Новый год. Я не знаю, рады вы этому или нет, но традиция есть традиция. Поэтому сегодня я вам покажу еще один любопытный рецепт салата. Но сначала обзор событий дня. В Хакасии с начала года ликвидировано 44 пожара. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибло 4 человека, травмирован один. По оценкам специалистов, 9 из 10 пожаров происходят по вине человека. В Аскезском районе появится ягодно-фруктовый сад. Стоимость проекта 300 миллионов рублей. Предприниматель просит правительство республики помочь ему выиграть федеральный грант. Глава Хакасии распорядился разрешить все проблемные вопросы до конца апреля, чтобы успеть защитить проект в Москве. В Абакане начался прием предложений по благоустройству общественных территорий в рамках программы формирования современной городской среды. Подать заявку могут любые заинтересованные лица, управляющие компании, общественные организации, неравнодушные жители. Прежде чем начать готовить, я хотел бы поделиться, собственно, что это за салат, да, его вот концепция такая. Это похоже на оливье, но все ингредиенты понятные, но отличие в нем в том, что меньше возни, понимаете, не нужно варить овощи. Заранее все у нас готово. Итак, чтобы приготовить этот салат, нам потребуется колбаса докторская, сделанная по ГОСТу Мавр, одна банка горошка, одна банка кукурузы, два вареных яйца, небольшой свежий огурец, красный лук и майонез для заправки. Для начала, друзья, нужно замариновать лук. Для этого я его мелко нашинкую, подсолю. И добавлю столовую ложку бальзамического уксуса. Оставим лук в покое минут на 15 и займемся теперь нарезкой остальных продуктов. Докторскую колбасу мелким кубиком. А из огурца, друзья, лучше удалить сердцевину. Так в салате будет меньше воды. И тоже огурец нарезаем кубиком. Яйца мелко рубим произвольно. Ну а теперь нам остается только смешать все ингредиенты. Колбаса, лук, огурец. Горошек, яйцо и кукуруза. Заправляем салат майонезом и перемешиваем. Ну а после этого, друзья, надо дать настояться салату не менее часа. И что хочу сказать, такой салат удобен в приготовлении и станет прекрасной альтернативой поднадоевшим новогодним салатам.